Всем большой привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь. Спасибо за лайк. А сегодня мы с вами идем в Леруа Мерлен и смотрим все для дома. Здесь такая красота. Оставайтесь обязательно со мной, смотрите видео до конца. Приятного всем просмотра. Я даже растерялась, с чего мы с вами начнем. Наверное, все же со свечек. Только посмотрите, какие они классные. Свеча восковая в стеклянной банке с пробкой. 262 рубля, 130 грамм. Можно выбрать цвет, какой желаете. Пробочка легко вынимается. И у нас с вами вот такая вот красивая свечечка внутри. Красота неописуемая. Смотрим дальше. Посмотрите только вот на эту свечечку. Свеча ароматическая, очень пахнет. В клетке. Декоративная такая клеточка сверху с бантиком. 200 грамм, 548 рублей. Конечно, просто шикардос. Смотрите, еще есть серая. Посерей. Класс вообще. Так красиво, и запах ванилы прямо реально пахнет очень классно. А еще, ребят, мне понравились вот эти вот маленькие, хорошенькие, мимимишные такие свечечки по 194 рубля. Они тоже ароматические, в стеклянной банке с помпонами. Такие помпончики пушистенькие. По цветам свечку можно тоже выбрать. Я не знаю, как отсюда уйти и не скупить это все сегодня. Просто не знаю. Вот. Такие еще есть свечи. Здесь, кстати, подписано, какой запах. Ежевика и шалфей, к примеру. 125 рублей по цене. Кленовый сироп. Я прямо иду, не останавливая видео, потому что это невозможно остановить. По 427, посмотрите, какие с пальмочками, стаканчики все стеклянные. Красивые цветущие кактусы. 427, ну, в принципе, банка такая большая, свечка красивая. А вот мы добрались до вот этих вот клеточек, они еще есть бирюзовые и розовые. По 548 рублей, ребят. Да, каких только дизайнов нету. 616 рублей. Вот такие вот три цвета и вида. Красота. А еще смотрите, какой красивый подсвечник. Стеклянная колба внутри. Сам он металлический, крашеный. Такой некий кристалл. 655 рублей. Есть белый и серый. Красиво. Вот так вот будет смотреться со свечкой. Кстати, вы только посмотрите. Любимые цветочки из фикс прайса, ну, по крайней мере, очень похожие. Здесь они по 271 рублю. Именно вот этот черненький. А вот это растение декоративное. В керамическом горшочке. Это керамика. 495. С ума сойти цены. В фикс прайсе дешевле. А смотрится так же, кстати. Постер 30 на 40. 100 рублей. Мечта – это невидимые крылья за спиной. Взлетай! Такой вот он листик. Весь гнущийся. Примерно вот так он будет выглядеть, если его повесить на стену среди ваших картин. Ну, такой вдохновляющий. Доска для записей. Меловая на самоклеящейся основе. 30 на 40 сантиметров. Можно что-либо пометить, записать. Прочный такой картон, который не гнется. Ну, а вот это вот а-ля фикс прайс. 695 рублей здесь, правда, стоит. Дороже в два раза. Также такая пробковая досочка. Можно прикрепить фотографии, какие-либо записи. Иголочки предоставлены, скрепочки в комплекте. Но мне кажется, дорого. Настольные коврики. Такие для деток. Они на непромыкаемой основе, такие как салфетки термо. Просто есть разные. Можно изучать космос, к примеру, или карту мира. Посмотрим еще, что есть. Алфавит по 122 рубля.
Теперь давайте посмотрим светильники для дома. Что-нибудь интересное хочется найти. Кстати, смотрите, на стене висят, как в фикс-прайсе, даже розовый фламинго. И он стоит здесь, вот этот вот фламинго, 590 рублей, ребят. Это очень дорого, я считаю. Звездочка 543, облачко 500 рублей, в фикс-прайсе 199. Пока что мы не нашли что-то лучше фикс-прайса и дешевле с вами, да, здесь, по крайней мере. Модели, конечно, разные, совершенно интересные. Посмотрите, какая звезда. Там светодиодная лампа. 1546. Такой светильничек. Интересный, на трех ножках деревянных. 767 рублей. Светильников много. Я уже молчу про люстры. Здесь просто их, конечно. Смотрите, какая красота. Последний экземпляр 2134. Правда, что-то такое будет теплое дома. А есть поменьше, смотрите, в четырех цветах 788. Здесь более что-то такое милое, романтическое, плафончики, дизайны такие. Светильник зеркала 1492. Я уже достала из коробочки, сейчас вам покажу его. С подсветкой, конечно, зеркало. Но не знаю, ребят. Почти 1500, как в фикс-прайсе. Не знаю. Вот, кстати, зажглась. Я нечаянно даже не думала, что оно так зажжется. Не очень-то оно и светит, скажу вам честно. А есть еще на ножке 1200. И 1478, вот такое вот. Все с подсветками. Детские, покажу вам, светильнички. По 798 рублей. Очень интересные все. Яркие. В детскую комнату самое то. Посмотрите, какой жирафик. Хоп. А может, это и оленчик какой-то. Рога какие-то. По цене 845 рублей. Собачка милаха. Фланелевые пледики. Цвет красивый такой, смотрите. Называется он охра. 125 на 150 сантиметров. У вас он более такой желтый. На самом деле он такой горчичный. Еще есть серые. 786 рублей. Очень приятный, конечно. Не толстый, но приятный. Пледы, кстати, красивые. 850 вот такой, к примеру. Нежный, очень красиво упакован, на подарок подойдет. Шикарно просто. 180 на 200 по размеру. Рядом 1150, 180 на 200. Красивые расцветки все такие. Очень красивые и приятные бархатные сидушки. На стул или на табурет, кому как удобнее уже будет, они с завязочками. Завязки всего с двух сторон, не с четырех. 375 рублей. 40 на 36 и на 6 сантиметров размер. Посмотрите, цвета какие. Есть нежные, есть более сочные, яркие. Плюшевые, меховые. Есть еще галеты для стула. 178 рублей. Расцветки также разные. 40 на 40 они по размеру. Вообще много разных подушек, накидочек. Ребят, на сегодня буду заканчивать свой обзор, но продолжаю снимать. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Пока-пока, до новых встреч!